Эта личность – бельмо на глазу известной семьи. Ох и дала она всем ее членам понервничать. Анна Трегубенко – настоящая сенсация среди всех представителей рода Шукшиных. Это первая дочь Марии Шукшиной и, по мнению наследницы, совершенно недолюбленная. А сейчас хрупкую Анну и вовсе не узнать. Девушка превратилась в какое-то подобие бодибилдера, а поклонники утверждают, что она похожа на Халка. История Анны очень похожа на жизненную драму сына Елены Яковлевой, Дениса Шальных. У обоих отпрысков звездных мам наблюдается крайняя нехватка внимания окружающих. С чем это связано? Анна с детства не была окружена материнской любовью, ведь все, чем была занята Мария Шукшина, это карьера, мужчины и лучи славы, в которых она привыкла купаться. Не до дочери ей было, тем более по молодости родила, по глупости. И какую отдачу от кровиночки можно ждать? Анна выросла и стала голосить на всю страну, какая она обиженная и униженная. То и дело ходила по ток-шоу и раскрывала секреты мамы, бабушки и родной тетки. Шукшина не смогла вразумить дочь, поэтому сейчас они не общаются. Кроме всего прочего, Анна за свои 34 года успела окончить в ГИК, родить сына и продать квартиру в Санкт-Петербурге, которую на нее переписала бабушка Лидия Федосеева. А потом и еще одну долю в московской квартире пустила на ветер. Транжирить вскоре было больше нечего, поэтому Анне срочно нужно было как-то зарабатывать на жизнь, а она тем временем уже серьезно занялась спортом. Сначала это было просто хобби, а теперь заработок. Она фитнес-тренер и на жизнь не жалуется. Одна растит сына, качается и пьет стероиды, чтобы еще больше нарастить мышечную массу. Анна попала в зависимость от спорта, хоть и утверждает, что в восторге от собственного отражения и мечтает стать бодибилдером. Была красивая, утонченная женщина, а стала подобием мужчины. Ну зачем? Сын Яковлевой шел точно по той же дорожке, попал в зависимость от татуировок и спорта, а сейчас пытается эту красоту вывести с лица и тела. Не случится ли прояснение и у Анны? И не будет ли слишком поздно возвращать свою прекрасную внешность? А вам нравится новый образ дочери Марии Шукшиной? Не перестаралась ли она в погоне за вниманием мамы, бабушки и общества? Может быть, женщине нужна психологическая помощь? Как вы считаете? Пишите ответы в комментариях.